Александр Вихров. Финансист, политолог, журналист, коллекционер. Профессор финансового университета при правительстве России. Кандидат политических наук. Член Совета директоров Императорского фарфорового завода. Президент Фонда гуманитарных инициатив для мира и блага. С какого предмета началась ваша коллекция? Конечно, с книг. Ну, представьте себе, я учился в 60-е годы. В 67-м году, в 9-м классе, мы проходили «Войну и мир». Я очень любил всякую дополнительную литературу. Я уже тогда понимал, что я пойду по гуманитарной такой среде. И вот где-то в одной книжке я прочитал о том, что Лев Николаевич Толстой не очень правдоподобно изобразил Наполеона Бонапарта. Меня это очень заинтересовало, и в нашей вот поселковой библиотеке мне удалось найти книгу о Наполеоне. Это была книга Евгения Викторовича Тарле «Наполеон». Представьте себе, она была 1939 года издания. Я прочитал эту книгу запоем и написал сочинение на тему Кутузов и Наполеон, в котором где-то тоже реабилитировал в чем-то Наполеона. И вот с того момента я думаю, вот с высоты прожитых лет, о том, что больше всего тогда меня поразило, что это биография реально жившего человека. А она оказалась интереснее любого вообще авантюрного романа. И вот можно сказать, что с того времени я вот и заболел Наполеоном. Ну, конечно, это были книжки. Книжки, где что можно, я читал все. А первый предмет, который появился в моей коллекции, а это ведь было 50 лет назад. Я учился в Ленинградском университете на факультете журналистики. И тогда на углу гостиного двора и улицы был антикварный магазин. Ну, такой непоновского типа, с яркой витриной, конечно. Куда мы просто ходили и смотрели, любовались на эту витрину. Но однажды там появился маленькая фигурка Наполеона. И вот тогда я впервые перешагнул порог антикварного магазина. Я купил эту фигурку. Она, между прочим, с тех пор все время путешествует со мной. Она неказистая, стоила на 6 рублей. Стипендия была повышенная, 45 рублей. И вот этот Наполеон теперь остался со мной. И, кстати говоря, книгу Тарле, именно вот ту 39-го года издания, я тоже потом нашел. Она тоже теперь есть вот в моей, так сказать, библиотеке, в моей коллекции. И вот с этого началось. А потом, конечно, и гравюры. Вы знаете, в те времена книги антикварные стоили довольно дешево. Их очень часто, в общем-то, можно было встретить на помойках. И поэтому на рынке появились гравюры, иногда вырванные из книг. И вот я это все собирал, подбирал и все прочее. И вот так. Предмет к предмету, книжка к книжке, гравюра к гравюре. И вот это все уже продолжается 50 лет. Что вам дает коллекционирование? Коллекционирование – это, конечно, страсть. И заразно. Что дает коллекционирование? Это всегда, во-первых, какой-то поиск. Во-вторых, обретение. Ну, я бы сказал, даже в некотором роде и радость обладания. Когда ты получаешь себе в руки какую-то уникальную совершенно вещицу, и ты прекрасно знаешь, что, может быть, она одна такая в мире. И это еще и возможность какая-то для фантазии, потому что когда ты берешь в руки что-то и думаешь, у этой вещи 250 лет, какая у нее история, через сколько рук она прошла. Вот. И это очень часто открытие. Нередко бывает и разочарование, когда тебе казалось, что это вот что-то такое очень значимое, а потом оказывается, что это не совсем то, что бы ты хотел. Но, знаете, вот у меня нет такой вот страсти обладания, то, что вот у многих она, коллекционеров, присутствует, да. Если, например, они знают, что есть 200 там медалей, например, да, то этот человек хочет собрать именно 200, все 200 медалей. Нет. Мне нравятся вещи с историей. Я дилетант, я этого не скрываю, вот. И для меня именно важна вот эмоциональная составляющая. То, чтобы это мне нравилось, то, что я мог бы не просто хранить у себя, но и показать кому-то, ну, похвастаться. В
чем феномен коллекционирования? Возможность, знаете, прожить еще одну жизнь. Вот я много лет работал. Сначала в журналистике, потом занимался там связями с общественностью в разных организациях и так далее. И вы знаете, я вот собирал все время эту свою коллекцию, но только когда у меня появилось больше свободного времени, я смог во всем этом сам разобраться. И вот сейчас я проживаю еще одну жизнь. Тем, что я эту коллекцию создал, то, что я ее хорошо себе представляю, то, что я имею возможность ее показать на выставках. То есть я могу что-то и написать, и работать просто дальше, углубляясь в эту тему, и от одного, например, героя переходишь к целой эпохе. От тебя открываются какие-то новые совершенно вот пласты, горизонты. Одно цепляет за собой другое, появляются новые герои. Я бы сказал, вот я начинал с Наполеона Бонапарта, но сейчас в гораздо большей степени меня интересует, например, Александр I. Как вот, так сказать, там, визави Наполеона и все прочее. И вот это просто какие-то новые пласты жизненные, которые ты открываешь для себя. У вас есть предметы, принадлежавшие лично Наполеону или его семье? Конечно, каждый, кто собирает иконографическую коллекцию, и, наверное, любой коллекционер мечтает иметь автографы своих героев. А у меня есть автографы Наполеона. Один из них – это грамота о пожаловании офицерского звания лейтенанта. И вы знаете, эта история мне еще интересна тем, что она двоит так в свое время. Наполеон ведь начинал свой военный путь именно со звания лейтенанта. И тут он вот подписывает кому-то такое радостное известие. Есть еще приказ, подписанный Наполеоном. Ну и если уж там говорить про автограф, у меня есть еще и автограф нашего русского императора Александра I, который тоже имеет отношение к семье Наполеона, потому что это письмо Александра I адресовано пасынку Наполеона, сыну Жозефины, Евгению Багарне. Но оно написано чуть-чуть попозже, в 16 году. У меня есть нож из походного набора Наполеона. Я купил его на аукционе в Париже. Есть еще игрушки сына Наполеона. Две одинаковых пушечки. Ну, знаете, за каждой такой вещью то стоит история. Наполеон увидел своего сына последний раз, когда сыну было 3 года. Тем не менее, уже в те времена, значит, Наполеон сказал, никаких сказок, только биографии великих людей, военачальников и так далее. Никаких детских игрушек, только пушечки, только снаряжение, только вооружение. И вот эти две пушки из игрушек его сына, вот тоже с аукциона, оказались у меня. И еще такая редкая вещь – это орден Почетного легиона. Орден, который у меня есть, это орден самого первого типа, офицерский. Он золотой, очень красивый, но уже, конечно, лента видала виды. И этими орденами награждал лично Наполеон. То есть он держал его в руках, будем так говорить. Конечно, мне очень хотелось иметь какую-нибудь вещицу вот из времен заката, что ли, жизни Наполеона. Кстати говоря, мы с супругой совершили такую паломническую поездку. Мы вот побывали на острове Святой Елены. Тоже мне очень давно хотелось. Мы подобрали себе такой вот круиз. Представьте себе, в одну сторону корабль современный идет 6 суток сплошным океаном. И потом еще 5 суток до Бразилии. И однажды на аукционе выставили 26 вещей, связанных с Наполеоном на острове Святой Елены, с очень хорошим происхождением. Все. Знаете, я ведь поехал на аукцион. Я приехал на аукцион, и за 10 минут до его начала вышел унылый человек в таком мундире и сказал: «Господа, 26 предметов сняты с торгов, потому что нашлись еще какие-то там, значит, споры у наследников». И вот я с тех пор все время ловлю, когда же эти споры закончатся, и я наконец-то, может быть, получу какую-нибудь вещицу. Ну а пока с острова Святой Елены, с того места, где была могила Наполеона, соседнего дерева, я все-таки срезал маленькую веточку. Вы изучили множество изображений Наполеона. Какой портрет больше всего соответствует его внешности? Мой друг, писатель Мурат Куреев,
у которого есть несколько книг о Наполеоне, недавно написал новую книгу, которая называется «Разнообразный Наполеон». И я думаю, что действительно, ну, ни у одного из людей не было вот такого многообразия, как у Наполеона. А если говорить об облике Наполеона, то, несмотря на это разнообразие, портретов Наполеона, которые отразили бы его, так сказать, стоящее истинное лицо, чрезвычайно мало. Ну, на самом деле, он же сам не любил позировать. И там история-то была такая. Он позировал одному, а потом уже с него, как вот в списке с икон, уже потом, значит, все уже художники другие, они уже в меру своих способностей и таланта уже что-то пытались изобразить. Так вот, Стендаль, который прошел с ним вот этот вот поход на Москву, писал о том, что он не встречал в своей жизни ни одного портрета Наполеона, который бы отражал его сущность. У него такая еще фраза есть о том, что наименее плохие портреты принадлежат Шаде и Роберу Лефевру. Так вот, вот в моей коллекции есть большое живописное полотно, портрет Наполеона, который неизвестный художник французской школы сделал именно с портрета Робера Лефевра. Причем вот то, что это наиболее там достоверное изображение Наполеона, об этом может свидетельствовать такой факт, что этот портрет, который находится в моей коллекции, я купил его на аукционе Фонтенбло, он находился в замке, который Наполеон определил своему сыну. В резиденции в Рамбуе, которая принадлежала как бы его сыну, находился именно этот портрет, который сейчас находится в моей коллекции. Наполеон сам говорил так: сходство не имеет особого значения. Главное, чтобы это было величественно. И, собственно говоря, когда Наполеон уже стал императором и так далее, вот эти его портреты уже, они, так сказать, довольно резко очень поменялись. Все. Но удивительно то, что, понимаете, культ Наполеона никто не насаждал. Был только один период, когда Наполеон III был на престоле. И в то же время мы имеем вот такое вот разнообразие вот этих вот его образов и так далее, потому что вот многие люди хотели иметь своего Наполеончика. В начале 19 века был культ Наполеона. Существует ли он сейчас? В 21 году, когда исполнялось 200 лет со дня смерти Наполеона, в музее «Бородинская панорама» мы вместе с музеем делали выставку, которая называлась так: «Наполеон, Наполеоф». Именно о том, что есть ли сейчас культ Наполеона, какой он был вот в традиции с 19 века. Конечно, культ Наполеона продолжается. И, собственно говоря, начинался-то он еще вот в те времена, когда сам Наполеон был еще жив. Наполеон был и остается одним из самых известных людей в мире, ну, в общем-то, из живущих людей, может быть, самым известным, а так, может быть, как Иисус Христос только. Вот. Конечно, это продолжается. Конечно, мы прекрасно знаем, что особенно к концу жизни у него были все признаки тирании. Но если говорить о том, что он сделал для мировой истории, что он сделал в разных областях вообще человеческого знания, там, в экономике, там, в культуре, вот, политике, в юриспруденции, все это, в общем-то, как бы довольно-таки значимым остается и до сих пор. Но я хотел сказать, что, знаете, даже Отечественная война 1812 года, она имела вообще удивительный результат, по которому все французское стало еще более только привлекательным. У меня есть книжка. Это книжка, первое издание на русском языке писем Наполеона к Жозефине и ее дочери Гортензии. Чем она примечательна? Это книжка 1833 года. Она примечательна тем, что в нее вклеена гравюра. На этой гравюре, опять же, могила Наполеона на острове Святой Елены. Он еще там был. И к которым предпосланы стихи Пушкина о Наполеоне. Представьте себе, Пушкин еще жив, ему еще жить 4 года.
Книжка издана вообще невероятно маленьким тиражом, но вот и есть большая вероятность, что, конечно, что сам Александр Сергеевич держал ее в руках. Это вот как бы про вот распространение культа. А уж потом, через 100 лет, когда отмечалось столетие войны, Отечественной войны вот 812 года, в 912 году, тут уже история их уравняла. Уравняла врагов Наполеона и Александра I. И это вот моя, так сказать, любимая тема, что ли, взаимоотношений двух императоров. И, кстати говоря, одна из выставок моих персональных именно так и называлась «Два императора». Вот. И есть вот эти предметы, которые показывают, ну, например, там, чашечки, кружечки, все прочее, где рядышком совершенно, так сказать, два портрета. Император России и император Франции. Ну, такое, чтобы враги так вот сходились бы так близко такого примерно, ну, еще поискать. Наверное, и не найдешь. В чем секрет успеха Наполеона? Я думаю, что в первую очередь это чисто эмоциональное восприятие. При том, что он был, конечно, враг, заклятый враг какое-то время. И это бедствие, и цена вообще нашествия Наполеона известна. Это миллион человеческих жизней с обоих сторон, с нашей и со стороны Европы, будем так говорить. Вот. Но все-таки вот этот вот его личностный, как бы его вот, да, вот флер, что ли, вот он с течением времени покрывает все. Все-таки лучше помнится хорошее. Его, понимаете, личностные качества, да, его ум, проницательность, его вот это вот качество стратега, качество руководителя, вот, они, собственно говоря, они действительно изумительны. И это признавали даже его самые заклятые враги. Я думаю, что есть еще одно очень важное обстоятельство. Именно в противоборстве с Наполеоном, знаете, проявились самые лучшие качества, например, русского национального характера, патриотизм, единство. Когда произошло вот сплочение, да, против вот этой угрозы и так далее, и вот сам этот результат, когда была разгромлена эта великая империя, он тоже поразителен. И, как ни странно, он играет, опять же, понимаете, на образ Наполеона. Потому что чем сильнее противник, тем ярче победа. Как предметы попадают в вашу коллекцию? Сейчас довольно многое по-прежнему я покупаю там на интернет-аукционах, стараюсь за ними следить. Ну, конечно, какие-то вещи крупные, там, особенно живопись, это надо, чтобы было происхождение очень хорошее, поэтому, как правило, так сказать, на аукционах. А так совершенно самыми совершенно разными путями. Иногда случайно что-то зацепишь. А потом, знаете, вот тут приходишь, например, там, ну, куда-то в магазин, да, в лавку антикварную, вот уж прямо вот сразу вот на тебя глядит. Если он там есть, то он обязательно глядит. Он ли там, Александр I, и последние вот годы особенно там сконцентрировался на тем, что вот эту вот русскую часть, так сказать, вот собираю. Потом, знаете, я еще иногда заказываю какие-то, так сказать, там работы, что ли, художникам современным. Чем-то меня привлекли их работа, манера или что-то такое. Но у меня есть еще особая любовь, это фарфор. Вот, фарфор, и в моей коллекции есть там работы, которые императорского фарфорового завода, там, того, будем так говорить, времени, или 19 века. И в то же время я заказываю художникам, чтобы они мне делали новые какие-то работы. Или, например, вот фарфоровый пласт, который сделал мне уже Царство Небесное, вот он пожилой был очень человек, сделал мне на императорском фарфоровом заводе с живописного оригинала «Наполеон на Аркольском мосту», который хранится в Эрмитаже. Вот, это Александр Волков. Он уже был такой старичок, он участник войны, и во время войны был этим чертежником у маршала Васильевского. Представляете себе, после этого работал вот на императорском фарфоровом заводе и очень владел вот этим портретным сходством. И вот он, когда ему попросил сделать для меня такой пласт, он, значит, там 10 раз ходил в Эрмитаж,
Вот, и делал какие-то наброски, смотрел и все прочее. И вот эта вот вещь, которая просто, вот я бы сказал, вот является украшением моей коллекции. Разными совершенно. Кое-что дарят, зная о там, моем, так сказать, этом увлечении. Вот, ну, разные пути, конечно. Приобретение какого предмета запомнилось вам больше всего? Антикварная лавка в Арбатском переулке. Я захожу вниз и вижу, стоит человек спиной ко мне и держит перед собой медальон. А на медальоне изображение Наполеона и Александра I в обнимку. Я увидел, внутренне содрогнулся, и вот этот человек вот держит это в руках. Я в 2 метрах сзади смотрю искоса. Вот, думаю, что же будет дальше? И вдруг этот человек вот это, кладет этот медальон, он такой еще на подложке, кладет и выходит. Я поворачиваюсь и говорю, что это? Куда это он? Он пошел звонить кому-то. Я говорю, продайте мне. И слава богу, что у меня оказались какие-то деньги. И вот этот продавец посмотрел на мои сумасшедшие глаза и говорит, давайте. Вот, и я просто, значит, это через 2 минуты, значит, все, выхожу из магазина, и эта вещь у меня в руках. Я сразу понял, что это. Это Александр I и Наполеон в Тильзите, 1807 год. И надо сказать, что из всей этой вот эпохи это мое самое вот любимое время. Это Тильзит. Кстати говоря, сам Наполеон говорил о том, когда меня спросили, какое время в вашей жизни вы считаете самым счастливым? Он сказал Тильзит. Это когда была возможность, к сожалению, нереализованная, да, возможность заключить мир с Францией. И если бы этот мир оказался устойчивым, то можно себе подумать, какой бы был другой миропорядок. То есть вот и на вот этой вот маленькой миниатюре там столько всего вот это вот. И я уже к этому времени хорошо представлял характер взаимоотношений, и вот этой вещи мне, казалось бы, не хватало. Только вот я просто вот невероятным образом просто обрадовался и все прочее. Эту вещь, можно сказать, это вот визитная карточка, что ли, там всей моей коллекции. Какие предметы в коллекции вы считаете самыми ценными? Ценность предмета в моем представлении, да, это вот определяется уникальностью его. И когда я вот говорил по поводу медальона, вот, да, с Александром I и Наполеоном, вот, я думаю, что это ценная вещь. Ну, и, кстати говоря, этому есть тоже подтверждение. Этот медальон, он был на афише даже моей выставки «Два императора», которая была в 2012 году. Проходит несколько лет. В Амстердаме выставка, которая называется «Александр, Наполеон и Жозефина». Несмотря на то, что эту выставку делает Эрмитаж, я понимаю, что там будут показаны какие-то вещи, которые в Эрмитаже находятся в запасниках, там одно, другое, третье. В общем-то, выбираюсь я в Амстердам, прихожу на эту выставку, и там у них такая вот такая выставка в таком в нижнем этаже. Вот так спускаюсь по лестнице, смотрю, и вижу большущее изображение Александр I с Наполеоном в обнимку, в таком же кругу. О, думаю, представляете себе, для коллекционера всегда радость, когда у тебя в коллекции есть вещь музейного значения. Думаю, о, надо же, у меня-то такая, как у них в Эрмитаже. Выставка шикарная, там все есть, а медальончик-то и нету. Я тогда выхожу опять, значит, и вглядываюсь в этот медальон, который там в оформлении, и понимаю, что медальон-то мой, изображение. Потому что я его специально не даю в реставрацию, там есть 2 таких характерных точечки. И понимаю, что это медальон мой. Понимаю, откуда он, потому что на пригласительном билете тоже на открытие моей выставки тоже был этот медальон, и я отправляю эти приглашения в Эрмитаж. Вот Михаилу Борисовичу Петровскому, еще там, значит, коллегам и так далее. Ну, а потом, честно говоря, этот медальон, он такой, вещь такая интересная, он еще и в интернете был, и все прочее. Так вот, я к тому это говорю,
что, понимаете, в Эрмитаже 3,5 миллиона единиц хранения. Казалось бы, ну все есть. Все есть, а такого нет. Вот чем вот в моем представлении вот это вот определяется ценность предметов. Я говорю, что мне нравятся те вот вещицы, особенно декоративно-прикладного искусства, да, вот, которые явно абсолютно созданы в одном экземпляре. Ну, это просто, может быть, кто-то мастер захотел себе сделать какого-то Наполеончика или еще что-то произошло. Ну, какие-то вот уникальные вещицы, которые определяют вот эту вот ценность вещей. Есть еще и такой фактор, как происхождение. Вот, скажем, музей Наполеона в Монако был до недавнего времени. Музей очень интересный. Князья Монако находятся в некотором родстве с Наполеоном. И дед нынешнего князя собирал эту коллекцию. Все такое. Ну и тут приходим мы как-то туда, а музей закрыт. И вот этот гвардеец, там этот швейцарский, говорит, а он закрыт совсем. Как? Ну он там говорит, вот, закрыт. Но выяснилось, что нынешний князь Монако решил распродать эту коллекцию. И вот эта вот коллекция князей Монако, она была тоже выставлена на аукцион Фонтенбло. И я был на этом аукционе, и ну, несколько вещиц мне все-таки там удалось купить просто на память, будем так говорить. В том числе, например, и такой перстень с камеей, с Наполеоном, знак ветерана наполеоновской армии, несколько табакерок, как, кстати говоря, имеющих отношение как раз к этому к событию, вот, к тильзитскому миру, парочку тарелок таких романтических, на которых изображен Наполеон. Ну вот мне как-то это очень приятно иметь в своей коллекции. Вы занимаетесь пополнением коллекции самостоятельно или вам кто-то помогает? Я дилетант. Я не могу справляться со всем самостоятельно, мне все время нужен совет. Вот, и слава богу, такие советчики у меня есть. В первую очередь я бы назвал здесь, конечно, и Сергея, и Татьяну Подстанецких, с которыми мы дружим. И вот у нас есть еще свой клуб, клуб коллекционеров графики, в котором, ну, замечательное совершенно это собрание людей. Вот перед знаниями которых я просто робею, но тем не менее не стесняюсь их спрашивать. Когда мы сделали вместе с Сергеем Подстанецким, сделали выставку здесь, в Москве, которая называлась «Наполеон. Жизнь и судьба», и вот была посвящена 250-летию со дня рождения Наполеона, так вот только благодаря этой выставке в результате, в общем-то, появилась и книга, который так и называется, в общем, такой солидный том, 500 страниц, в котором есть и иллюстрации, и какие-то мои там и впечатления, и все прочее. Вы думали о будущем вашей коллекции? Я думаю о том, что можно было бы провести какие-то там мемориальные торги. Вот. И в этом смысле я, честно говоря, поддерживаю вот этого князя Монако, который, когда вот, так сказать, в обращении к участникам аукциона, он примерно так написал о том, что пусть эти вещи, вот, которые хранились в нашей семье, пусть они, значит, разойдутся по свету и как бы порадуют как других людей. Если бы в вашей коллекции мог остаться только один предмет, что бы вы выбрали? Ну, один все-таки – это Александр I и Наполеон, этот медальон. А еще на аукционе Фонтенбло я купил замечательную вещицу. Маленькую-маленькую такую. Это брошечка, там, которая украшена камешками. Но самое-то главное, что в этой брошечке там косичка из волос Наполеона и Жозефины. Происхождение безупречное. Безупречное. Это аукцион Фонтенбло. Это самый ведущий аукцион по нашей тематике. Он такой маленький. Вот я чего оставил бы себе и потомству. Знаете почему? У меня еще есть один там волос Наполеона в коллекции, который мне подарил мой приятель много лет назад. И когда он мне его дарил, он мне сказал так: вот тебе волос Наполеона Сотбиса, с подтверждением Сотбиса, когда научится клонировать людей. Так что я оставил бы
оставлю эту косичку.